Я представляю группу Medvedev.boys. Целоваться не будете? У меня давно есть мечта. Я хочу поцеловать Medvedev.girls. Это годится. Это можно. Да. Но если серьезно, вопрос такой. В тот момент, когда вся страна смотрит ваше новогоднее поздравление, что смотрите вы? Классный вопрос. Я отвечу. Смотрю поздравления российскому народу. Значит, испытываю довольно сложные чувства. Потому что я вспоминаю, как я его записывал. Вот, и гляжу за тем, что получилось на экране. Насколько это все-таки выглядит убедительно и доходчиво для людей, которые празднуют Новый год.